Привет и добро пожаловать на следующий выпуск Loremakers, путеводитель по галактике. На этой неделе я ваш специалист по лору Уильям Вайсбаум. Я рад разделить с некоторыми из вас свое понимание одной из солнечных систем, находящихся во вселенной Star Citizen. Мы дадим вам свою точку зрения на то, что происходит здесь, и как некоторые профессиональные знания по лору и астрономии превращаются в создание всех наших действительно крутых систем. И сегодня эта система Килл. Итак, держим курс Земли. Произведем небольшой поиск. Если вы еще этим не пользовались, я использую карту звездного неба. Она фантастическая, и это хороший способ посмотреть нашу вселенную. Давайте отправимся. Так, мы должны проложить маршрут из Земли до Килла. Так даже лучше. Просчитаем. Загрузка. 8 прыжков. Давайте отправимся туда. Преодолеем некоторое расстояние. Двигаемся через Элис, Магнус, Том Стэнтон, на Терру, оттуда на Адриан. И, наконец, мы проскакиваем через червоточину и прибываем в место назначения Килл. Итак, Килл включает в себя 8 планет. Все они замечательные и интересные, как вы узнаете впоследствии. Система Килл была впервые открыта в 2514 году. Она имеет в составе белую звезду типа F, главной последовательности. Вот она. Посмотрите на ее сияние, она прекрасна. И она на протяжении большей части своей истории была главным военным центром во время Холодной войны с Ксиан. И только в эпоху Холодной войны начала идентифицировать себя, когда начались попытки установить мир с нашими соседями Ксиан. Она была открыта в 2514 году, как я сказал, торговым кораблем, который доставлял топливо в систему Адриан. И капитан корабля любил выбирать разные маршруты каждый раз, когда они осуществляли доставку, держа в напряжении всю свою команду. Это, так сказать, способ убедиться, что преступники не смогут предугадать, по какому маршруту они направятся. Однажды они двигались по одному из этих новых маршрутов, и они уловили что-то с сканерами, заметили, что была точка перехода на Килл. Там была только одна планета, на которой, как было доказано, завершился процесс терраформирования, называлась Килл-3, Северус. В системе было много ресурсов, но прилетели люди, начали попытки извлечения выгоды из этого, и когда было открыто больше точек перехода на Бейкер и Хорус, система стала более популярной, условия жизни улучшились, и это происходило в то время, когда в соседней системе Хорус одна единственная Мари Санте открыла переход в пространство Ксиан. Если вы хотите узнать об этом больше, что случилось в системе Хорус, вы можете вернуться назад к раннему выпуску Loremakers, его готовила Шерри, и очень великолепно рассказала об этом. С открытием соседствующей с Ксиан системы вдруг сильно изменились взгляды правительства на Килл. UPE вдруг сказали: «Подождите, давайте остановим все это строительство частного сектора». И они резко переключились на достижение своей цели, сделали планету главным военным центром, благодаря связям с пограничными системами, которые стали известны, когда Perry Line в 2540-х,
хочу уточнить даты. Это меньшее, что я могу сделать. Итак, однажды человек под именем Перри Лайн оказался в месте под названием Килл, служил в главном военном центре, где находилось большое количество кораблей, чтобы в любой момент попасть на линию фронта. А Килл, большей частью, подвергся экспансии со стороны ИРМСР, на планете царило антииноземное настроение, которое получило широкое распространение в то время. Шла наша первая война с таврианами, которая на тот момент уже началась. Люди с осторожностью относились и к жителям Ксиан, с которыми были сложные отношения с самого начала, из-за того, что мы случайно попытались терраформировать одну из их планет. Напряжение было сильным, и ВРМСР использовал ситуацию, чтобы возобладать могуществом, чего в противном случае нельзя было бы добиться, а большие деньги уже были пущены на экспансию военных баз и военных станций на Килле. И это продолжалось сотни лет, до тех пор, пока Мессер в конечном счете не проиграл. Когда мирный договор все же был подписан, завершилась и холодная война между Ксиан и ЮИ, система, так сказать, потеряла фокус, иссякли все денежные запасы на военные расходы, и все войска были выведены из этой системы, поскольку ЮИ пыталась придать себе другой образ, менее военно-ориентированный, и Килл почти ушел, держась за маленькую соломинку. Долгое время после окончания холодной войны система фактически не имела самосознания, у нее не было приходящих источников дохода, она действительно переживала трудные времена. Большая часть гражданского населения, которое находилось там, уехала вслед за военными, но в последнее время Килл, кажется, привлек к себе удачу и сейчас прекрасно развивается, и поэтому фокус смещается на Северус, о котором мы поговорим чуть позже. Между тем, давайте отправимся к планетам и посмотрим, с чем мы имеем дело. Мы начнем с Килла-1, который действительно мелкий парень. Это каменная мезопланета, она не заселена и закрыта. Так что попытайтесь проигнорировать факт о том, что она вращается на карте звездного неба. В конечном счете мы все равно закроем на это глаза. Она очень сильно нагрета, имеет отметины с одной стороны. Забавные. Ведется некоторая добыча, но она совсем небольшая. Также у нас есть Килл-2. Увеличим. Килл-2. Каменная, земного типа, она не заселена и не подходит для терраформирования, но здесь очень много ресурсов. Люди пытались получить права на открытие месторождения этих ресурсов, но, к сожалению, военные ответили нет и полностью запретили доступ к поверхности планеты, а реальные причины так и не объяснили. Многие люди верили теории конспирации, гадая о том, что же могло происходить на планете, некоторые думают, что там есть секретная военная база, на которой могли клонировать мессеров, или это место, где военные создали вандулов по секретной программе, чтобы развязать войну. Скорее всего, это неправда, но тем не менее. Отсюда мы отправляемся на главную, уже упоминавшуюся планету системы Северус, а именно Килл-3. Итак, Северус — каменная планета, на которой прошел процесс терраформирования. Она имеет естественный спутник — Эмилию. Здравствуй, Эмилия. Мы сфокусируемся на планете, ее столица — город Эри. Планета названа в честь известного адмирала, который отличился во Второй Таврианской войне. Он считался ключевым военным центром системы и был покрыт множеством различных военных баз и военных. Все эти объекты перестали использоваться после вывода войск. Они отчаянно нуждались в ремонте, надвигались очень тяжелые времена, и человеком, который мог изменить положение дел в их пользу, был последний губернатор, избранный в 2903 году, губернатор Цур. Он потомок династии Цур, которые жили на планете. Его бабушка служила в планетной армии, решила остаться там даже после окончания службы. Мы дарим много любви и внимания, и любви флоту, потому что на этом сфокусирована игра «Сквадрон 42», и флот перемещается на фантастически крутых кораблях, поэтому мы говорим о различных эскадрах все время, ведь армия выполняет всю работу по защите Империи. Они постоянно были бдительны в течение долгого времени, из-за ЮПИ, ЮИ не знали, собирались ли они оккупировать планету Ксиан, или они намеревались защитить планету, куда хотели вторгнуться Ксиан. Так армия должна была быть главной частью защиты, поэтому в то время проходило много учений и тренировок.
Итак, когда губернатор Цур пришел к власти, он сделал одну важную вещь. Вместо того, чтобы пытаться привлечь в бизнес в прямом смысле слова, что делали много его предшественники, он весьма специфически искал компании, пытался приспособить их к услугам, которые предлагал сам. Одним из первых его успехов, которые он смог добиться, он нанял RSI и с их помощью ввел в эксплуатацию двигатель малой тяги. Это была его первая победа, и с того момента он начал получать прибыль, которая приходила от этого нового предприятия, и реинвестировал ее в программу бьютификации, в создание нового облика города Эри. Создавались парки, зеленые зоны, строились новые апартаменты, которые потом сдавались в аренду. Получали много кредитных налогов, материалы для инвестирования в город. Он начал медленно работать, приезжали новые люди, рабочие, стали функционировать другие фабрики, построенные здесь. Но главное событие, которое произошло, Цур смог убедить организаторов Межгалактической авиакосмической выставки, которую недавно смотрели по телевизору, провести ее у себя. Она не проводилась на Килле, это было нетипично. Выставка постоянно переезжала от одной системы к другой, путешествуя по системам. Но Цур смог сказать: посмотрите, у нас имеются гигантские ангары, которые подойдут идеально для вас. У нас есть желание потратить большие кредиты на их модернизацию, если вы позволите нам принять выставку здесь на постоянной основе. Организаторы выставки столкнулись с некоторыми проблемами, различные варианты размещения не предоставляли необходимой поддержки, были другие препятствия, но они ухватились за этот шанс, и Килл является домом для выставки уже в течение нескольких лет. Это было действительно замечательно и привлекло огромное количество народа, много фантастических отелей дали свои ростки, рестораны здесь превращаются в известные обеденные декорации, чтобы полностью соответствовать изменениям. И все эти люди также пытаются подготовить пахотные земли к началу культивирования, для выращивания своей собственной продукции, освоения производства на планете. Так что она сейчас на пике превращения в действительно великую планету. И кроме того, они получили представительство в Сенате. Это дочь Цура, Джана Турвиль, была избрана недавно в качестве первого сенатора планеты, что само по себе великолепно. Но наряду с выставкой и другими событиями, которые привлекли внимание, в том числе во время простое, образовалось много криминальных элементов. Теперь, когда, наконец, появился приток наличных денег или кредитов, что-то подобное являлось проблемой на последних выставках, где можно было увидеть все эти замечательные корабли, влетали туда самостоятельно, преступники пытались извлечь свою выгоду. В это время полно хороших возможностей для наемников, так как правозащитные организации только-только начинают свое становление. Килл, подобно другим пограничным системам, был частью операции «Скиметр». Это было целенаправленное нападение, осуществленное правозащитной организацией, чтобы привести в порядок эти системы. Некоторые люди подозревают, что это было не столько для пресечения преступности, сколько для того, чтобы показать ксианам, кто проявляет бдительность во время того, как дело касается бизнеса. И напряжение особенно возросло, когда ксиане захватили человека, который был обвинен в шпионаже. После этого оно только усилилось, что послужило большим толчком для демонстрации мощи нашей правозащитной организации в системе. Идем дальше, перемещаемся с Килла 3 на пояс Килла. Здесь все еще, хотя какое-то время разрабатывались месторождения военными, здесь все еще имеются огромные запасы ресурсов. Сейчас начались операции по добыче полезных ископаемых в огромных масштабах. В этой области также много утиль сырья. Из-за того, что военные на протяжении долгого времени работали здесь, хотя они убрали с собой большую часть мусора, так сказать, однако пояс сложно было очистить. Военные учения, различные происшествия, персонал оставили устаревшее военное оборудование и корабли, летающие за пределами пояса. Некоторые люди могут отправиться туда на сбор утиль сырья. Покидая пояс, отправляемся на Килл 4. Итак, Килл 4 — газовый карлик. Это темно-синяя планета с большим содержанием метана, и она вращается очень быстро. Ей требуется всего 16 стандартных земных часов, чтобы сделать полное экваториальное вращение. Она просто мчится. Теперь у нас есть Килл 5. Это другая газовая планета. И это газовый гигант. Вот она.
и она имеет огромный радиус, порядка 75 тысяч километров, и у нее есть планетное кольцо, которое красиво переливается на карте звездного неба в это время года. Отсюда мы движемся к нашей последней планете в этой системе, которая называется Килл-6. Найдем ее. Вот ты где. Итак, Килл-6 — это протопланета, которая, как и Килл-4, очень быстро вращается. Эта планета имеет очень интересные параметры, а именно Килл-6 необходимо 122 года, чтобы совершить одну поездку вокруг Килла, вокруг Солнца. И это большая задача. Прямо сейчас здесь запланирован фестиваль, когда она достигает перигелия. В этот момент, когда орбита планеты находится ближе всего к Солнцу, когда она достигает этой точки, проходят большие торжества, и, возможно, она находится в большем преимуществе по сравнению со всей территорией Северуса для проведения этого праздника. Грядет большой экономический бум в системе, и это то, чего все ждут с нетерпением. Эта система была названа капитаном торгового корабля. Он назвал эту систему по имени своего друга, вернувшегося на Марс, который отказался покидать эту планету. Он думал, что, называя всю эту звездную систему в честь своего друга, Килла сможет убедить его в конечном счете уехать и исследовать империю чуть больше. Но этого не произошло. Килл умер на Марсе, даже не покинув его. По его желанию, его тело было захоронено на небольшом спутнике, который путешествует по Киллу как память о системе, которая была названа в его честь, но которую он так и не увидел при жизни. Это забавно. Итак, если подводить итоги касательно Килла, в течение долгого времени здесь был огромный военный комплекс, затем военные покинули это место, настали трудные времена, и сейчас произошло полное перерождение, это приводит в восторг. Надеюсь, в скором времени вы сможете отправиться туда, убедиться в этом лично. Спасибо большое, что были сегодня на шоу Lore Makers, путеводитель по галактике. Надеюсь, увидимся скоро. Thank you for watching. So if you want to keep up with the latest and greatest in Star Citizen and Squadron 42's development, please follow us on our social media channels. See you soon.